Алкоголь плюс скорость. Результат известен, лишение прав и хорошо, если обходится без ДТП и человеческих жертв. В минувшие выходные в республике прошел профилактический рейд под условным названием «Бахус». В этом году он уже второй. Цель спецоперации – выявление водителей, управляющих машиной в нетрезвом виде. Тему продолжит Елена Кушхова. Месяц продавать будете? Нет! На медицинское свидетельство будем? Нет! Вы отказываетесь, да? Отказываюсь. Этот водитель – один из первых, кого привели на штрафстоянку за управление транспортом в нетрезвом виде. Несмотря на отказ от медицинского освидетельствования, свою вину он признал. Почему пьяный катаешься? Пьяный почему катаешься? Не хотел, так получилось. Не надо за руль пьяным садиться. Выпил дома, сиди. Вы правы в этом. Результат в таких случаях один и тот же – лишение прав от 1,5 до 2 лет. Для выявления подобных фактов на дороге республики вышли более 70 экипажей ДПС, половина из них в Нальчике. Остановка сил и средств произведена с учетом мест вероятного передвижения автомобилей, водители которых управляют транспортом в состоянии опьянения, а также исключение возможности у водителей избежать остановки путем изменения маршрута движения. Тактика оправдала себя. К полуночи счет пьяных водителей шел на десятки. При виде камеры практически все прятали лица. 1,4,22. Что вы пили? Употребляли что? Пиво. Если в будни число подобных нарушений по Кабардино-Балкарии достигает 20, то в эту ночь были задержаны более 50 водителей в нетрезвом виде. Вместе с дорожно-патрульной службой в рейд вышли и сотрудники госнаркоконтроля. Но водителей в состоянии наркотического опьянения выявлено не было. Елена Кушхова, Осман Казаков, Марат Атруков, Вести, Кабардино-Балкария.